цифровое телевидение. Видение – это 20 бесплатных телеканалов и 3 без помех и ряби. Как 1-2 канала. Итак, как настроить ваш телевизор, чтобы он... Посмотрите, куда ведет кабель, идущий из антенны. Если он уходит в стену, то... за которое вы вносите ежемесячную абонентскую плату. В этом случае необходимо обратиться к поставщику услуг кабель. Видите, почему у вас пропала трансляция? Все кабельные... 20 федеральных телеканалов. Поэтому нас... и перейти на бесплатное цифровое телевидение. Для этого достаточно... необходимое приемное оборудование. Вы получите 20 бесплатных цифровых телеканалов и больше никогда не будете платить Установка коллективной антенны на подъезд. Она позволит всем жителям смотреть 20 бесплатных каналов и не тратить лишние средства на индивидуальные антенны. Коллективная антенна. Знать о ней можно в управляющей компании. Если коллектива нет или жильцы не смогли договориться индивидуальную антенну. Индивидуальная в домах. Как определить, какая антенна нужна вам? Если раньше у вас было меньше 5 каналов, значит вы использовали устаревшую метровую антенну. Или всеволновую антенну. Эти антенны подходят для приема 20 цифрового ТВ. Мы рекомендуем всеволновую.